Здорово. Здорово. Что-то поофались все. У меня такое впечатление, как будто пошли с X3 персов переносить и на X2 играть. Сегодня перенос, да? Не знаю, не помню, там уже давно читал какой-то там бонус, брюлики какие-то, может, челлендж. Значит, если я перенесу с X3 ДК своего на X2, у меня будет 2 ДК, да? На X2 получается. Ну, если у тебя это. Да, на X2 у меня ДК и на X3 есть ДК. Ну, наверное, да. Я еще как вроде это, два брюля получу. Это потому что у меня там item level 265. Да, я все равно там не играю. Что, в смысле вообще? А ты Лакрим Димон, который играл на X3, да?
Привет. Чё ты, Влад, думаешь сегодня? Что-то туго идет. Да, хер его знает, сейчас посмотрим, получится, не получится, не получится, значит, да, не будем добро носить. На следующем, когда пойдем. Этот, рационал, пошли в канал внизу.
Так, Вой, что ты там хотел решить? Давай. Ну смотри, самая главная повестка дня, значит, сейчас, секунду. Это не вопрос. Но смотри, смотри, поезжай, я тебе объясню. Но в любом случае мы каждый день вот в пятки не будем ходить. Это при любом раскладе. Потому что на данный момент, подожди, да слушай, на данный момент люди сейчас приоденутся, в тех же там десятках, вот тоже 25-ку мы сходили, соберем состав чуть посильнее. Накс будет закрываться вместе с ОСК, грубо говоря, за 2 дня. То есть остальные дни, они и так будут свободны. Чисто конкретно мне какие-то дни не надо. Я, собственно, и не говорил, что мне нужны конкретные какие-то дни. На данный момент ставим 25-ку, как бы, все, идем. У меня ребята мои все равно практически каждый день, они в игре. Там не только бывает, там по работе кто-то отсутствует и так далее. То есть я свою десятку, я ее соберу, мы пронесем, это не проблема. Вот. Главное, в первую очередь, он ставит ту же 25-ку, то есть завтра соберемся, сходим в 25-ку, там посмотрим, как завтра пройдет. Ну, я бы сделал как? Я бы завтра, допустим, пошел бы, закрыл. Ну да, ОС-ку, понятное дело, по-шустрому закрыл бы. Да, и поставлял ластов, ну, грубо говоря, вот тех же всадников. Мы должны всех боссов закрыть, вот как мы сейчас закрыли, мы это должны закрыть до завтра. До всадников, до Лотхиба, до этого, Тадиуса. Тем более состав у нас должен быть уже посильнее. Как бы... Ну, понятное дело. Да, посмотрим. Опять-таки, надо сразу предупреждать людей, вот, которые там приходят, что, ну, просто если не будет устраивать что-то, если не будет устраивать там, ДПС или так далее, то на основных боссах там и так далее будет замена. Это раз. Во-вторых, я не приветствую такую вещь, как, грубо говоря, одевание вагонов.
То есть, если человек дамажит крайне мало, в отличие от остальных, отстает от него там на от остальных на 1.5-2 к 3 ДПС, отдавать ему токены я не имею никакого желания. Я бы, допустим, токен, ну, отдавал бы ребятам, вот, которые в топе сидят. Вот действительно видно, что люди стараются, люди выжимают из себя максимум. И, собственно, пусть они и ролят. Там, грубо говоря, со всего рейда, вот у нас просто была ситуация, что там забрал токен кто-то, там 188, по-моему, или 190, просто забрал токен 213. Это тоже неправильно, как бы, ну, надо... Да, это в 20-ке было. Я не помню уже кто, что, я просто помню, что я обратил на это внимание, что забрал токен человеку, у которого был или 188, или 190 гир. И он забирает, ну, возможно, возможно. Вот, собственно, ну, над этим тоже надо смотреть, чтобы остальным не было такого, вот, что они в итоге приходят, они стараются и остаются в итоге без лута. Просто из-за того, что кто-то, кому-то больше повезло по роллу. Поэтому токены, я бы токены Трини и, я не знаю, ну, короче, токены Трини, грубо говоря, пухи, плащи, вот, вот эти четыре, я бы отдавал бы по консулу. Даже не по роллу, а по консулу. Просто сам смотри, кому эта шмотка больше апнет из нормально одетых ребят. Ну, это понятно, да, так можно сделать, ну, и как бы, знаешь, тоже, они говорят, что, типа, ему с ролом везет, ну, блядь, сегодня ему везет с ролом, завтра вам повезет, это ж не то, что он там циферки себе подкрутил какие-то, это тоже было вчера неправильно со стороны ребят, в том плане, что, блядь, это первая 20-ка гильдии, а на данный момент все идут по ролу, ну, с ролем человек забрал, все, сидите, сопите в тряпочку, это ж не то, что там... РЛ взял, ему отдал, сказал, так, ребят, короче, я ему это отдаю, и все. Нет, человек сролил. Рейд гильдии был. Это ж был пугарейд, блядь. Ну да, тем более это с пугами еще. Да, просто по консулу будет отдаваться, и все. Я предлагаю тебе вот на данный момент, ну, по поводу консула, это немножечко подвинуть на пару КД, а на данный момент просто давать ролить плащи, трини, токены и пухи тем ребятам, которые сидят в топе. То просто чтобы у нас пуху, допустим, там, или тот же плащ бисовый, не забирал человек с 3К ДПС, там, или с 4К ДПС. У нас ребята есть такие, которые дамажат там по 6 косарей, им тоже нужна эта шмотка, и она их тоже апнет еще больше, они будут давать, грубо говоря, не условные 6, а условные 7. И вот просто первые 2 КД дать возможность ролить тем, кто, ну, там идет, допустим, там в топ-10 по ДПС в свое, ну, даже не так, в топ-5. Вот, допустим, если это милишная тринька, то топ-5 из миликов. Поролили, все, кто выролил, забрал. Если РДДшная, топ-5 из РДД. Ну, если хиловская, блядь, ну, не знаю, честно. Если хиловская, то можно отдавать, в принципе, кому угодно. Там, ну, и танковская тоже, как бы. Кто сролил, тот сролил, забрал. Да, по поводу еще, смотри, нам... ты как, за Эрдру умеешь играть?
не просто реаниматор, скорее всего, не будет. Я сейчас с ним пообщался. Он, скорее всего, уйдет. Он, скорее всего, уйдет на X2, но это еще не точно. То есть он сходит туда, посмотрит, попробует. Может, через неделю он, грубо говоря, вернется. Вот, просто пока, я не знаю, может, попробую сделать в спексовы, по фарме там какие-нибудь РЛКшные шмотки. Сделаю, ой, не совы, а эрдру. Потому что эрдру у нас в гильдии нет никого, грубо говоря, нормально. Я не знаю, может, кого-то уже добрали, потому что я ж не целый день в игре. Может, кого-то и добрали. Нам нужен по-любому эрдру. С эршамами у нас проблем нету. У нас, в принципе, два эршама есть. Один, правда, приходит только где-то в начале 9-го. Это мой, который шамик. Вот. Холипа у нас есть. ДЦ, вот эта баллада. С ней надо немножко поработать. Она вроде как неплохо себя проявляет, но есть косяки небольшие. Надо, чтобы она посидела либо в дисе, послушала меня, либо тебя, либо чтобы она пообщалась с каким-нибудь топовым ДЦ, там, с того же X2, X1, X3 и так далее. То есть, в принципе, я могу ее немного поднатаскать, но, опять-таки, на это тоже надо время. Дальше. Ну вот, если фласки обязательно надо, чтобы все с фласками были. Обязательно. Это первое. Да, это правильно. То есть, ну, ребята приходят за шмотом. Ну, так вы отдайте что-то, чтобы полутать этот шмот. Фласки недорогие. Я вот сейчас покупал капустки. Ну, это девушка моя, просто живем вместе с ней. Я ей покупал фласки алкашные. 37 голды одна штучка, блядь, на СПД. 37 голды. Ну, сука, это большие деньги. Купить 3 фласки на одну РТ, ну, по-моему, блядь, 100 голды потратить, это вообще не проблема. Почему-то я всегда с фласками, вот, хотя, как бы, тот же танк такой, но я понимаю, что хилам будет проще хилить, если у меня чуть-чуть больше хп-пула будет. И то же самое, как бы, если все ребята попьют там СПД, фласки, ап, фласки, ну, понятное дело, что рейду будет проще закрывать даже легких боссов. Мы на данном этапе, вот у нас Накс, грубо говоря, мы все в 200-м гире, ну, плюс-минус там 202, 205, 98 и так далее. Нам сейчас нету у нас изичного босса, которого мы просто шотаем там за полторы минуты. Сейчас по-любому все должны быть с фласками, по-любому все должны быть с чарками, с гемами. Гемы хотя бы можно зеленые алкашные покупать, они на ауке по 15-20 голды стоят. Это небольшие деньги. А, чарки у нас... Оранжевый синий гем на аукционе. Я сейчас покупал по 17 голды заготовку. Ну, типа, кто-то сделает просто там СПД хаст, СПД крит, там, не знаю, АП крит, блядь, и все. Зачем эти зеленые? Ну, не, я имею в виду вот ЛКшные вот эти вот гемы. Про качество, а не про цвет камня. Да, я имею в виду зеленые. А. Зеленые ЛКшные камни. То есть есть зеленые камни, это... Я там... понял, ты про качество. Я тебе тоже про качество. Я говорю, что синие, оранжевые камни, которые можно закинуть и в красный, и в желтый слот, они стоят по 15 голды их заготовка. Вот я сейчас себе покупал. Ты опять меня не понял. Смотри, ЛКшные камни существуют какие? Эпик, существуют синие, то есть фиолетовые, синие и зеленые. Ну, я тебе про синие. То есть ты хочешь сказать, что алый рубин тот же самый нет, стоит 15 голды? Я говорю, что синий редкий камень оранжевого цвета стоит сейчас на аукционе 15 голды. А, ну ладно. Который не, можно короче, ебануть все, и в красный, и в желтый. Окей. В общем, в чем суть? То есть ребятам просто можно, блядь, подставлять вот эти гемы, потратить один раз, потратить сейчас, там, грубо говоря, условные 300-400 голды. А инчантеров у нас в гильдии до хера. Никто не заставляет чарить топ-фласки, на которые требуются там кристаллы пропасти, хуёпасти и так далее. Но элементарные фласки, вот у меня даже тот же Грутак, я не ставил плюс 10 по всем статам, потому что он 200, я его поменяю на 213, я поставил плюс 8. Ну так хотя бы плюс 8. Плюс 2 к характеристикам, это уже хуй с ним, это я на топовую шмотку в нынешнем гире, я ее поставлю. Но
вот эти все чарки есть у половины чантеров. Если кто не знает чантеров в гильдии, напишите просто в гильдию, ребят, надо почариться. Достаньте там, ну... Это я знаю, у меня мейн на экстримишка. Я им очень долго танчил. Я им на циркуле долго танчил, здесь, блядь, и я в основном танками всегда играю, именно с самой пижей рэлей. Хоть десятку, хоть 25-ку удобная рэлей танком. Да я по РЛ, если что, 25. Мне это не мешает пиздеть почему-то. Да, надо смотреть появки, надо что, кто, куда, как посмотреть. А, спасибо. Да походу простудился сегодня, блядь, пока домой шел. Холода, блядь, такие нахуй. У меня дорога от работы 40 минут занимает. Саш, доктор, ты в Дисе? Вон там Малакрим просит в огненные недра сбегать. Пошли, там по фасту пронесем, у меня какие-то итемы нужны. Там, грубо говоря, 20 минут у нас придет. Да, потом можно по РЛК побегать. Но я у своей еще спрошу, что она хочет, не хочет. Может, я не знаю, может, штуки 3-4 РЛК точно закроем, там посмотрим. Может, отвлекать поймет. Да мне профу, блядь, тоже надо покачать. Я не знаю, когда время найти. Вот выходные будут, походу, буду заниматься профом. Я ж, блядь, ни одной профы еще не выкачал. Вообще ни одной. У меня вообще на нуле все профы. Даже не взято, по-моему. Да, у меня вообще даже не взято профы. Кроме первой помощи. А, да, Коль, там Лакрим просит в недра сводить. Что, тебя с собой взять? А, ну, напиши Лакриму, чтобы он тебе пати дал. А, ну или подожди, он рейд сделает, как? С ума не тебе. А, все, он сделал рейд. Сейчас пытаюсь тебе пати кинуть, если он здесь дал. Не, не дал еще. О, дал. Желающие, если есть за трансмогом, пошлите, ребят. Там, в принципе, быстро. Ну, что там на мага какой сайт падает? Такой же, как и Т7, по виду? Помню. Открой, отрасут. Как называется? Т2, по-моему. Как он называется? Огненные недра. Посмотри пока, сейчас я отойду на пару минут.
Бля, зашибись, только это, отошел на кухню, у нас свет вырубили. Ну. Меня слышно вообще? Да. Короче, это, давай я тебя спрошу. Ты как думаешь, вот я сделал камень алхимический, там 75 стамины и 50 уклонения на мишку. Это вместо жертвоприношения, где 550 брони и прожимка раз в 3 минуты на 3000 хп. Как думаешь, вот этот алхимический лучше будет постоянная выносливость, чем с прожимная или с броней лучше будет? Да, я думаю, это будет лучше. Алхимически лучше будет, да? Да. Ну, я тоже так думаю. Конечно, лучше. А еще, знаешь, я, конечно, не буду как дурачок какую-то профу сбрасывать и Юву еще вкачивать. Но вкусная там триня на Юве. У тебя Юва есть? Нету, я собираюсь ее сделать, но я не буду эту триньку делать. Ну, она там... По статам считай, что там 60, плюс теоретически, если ты два сокета забиваешь, плюс Юва еще сама дает по 75 туда вставить. А, ну это чисто сирусская фишка. Ты считай, сколько там, блядь? Это 150 плюс 60. Это, короче, 210. Она даже лучше у ульдуаровской будет триньки. Ну, скорее всего. Так что посмотрим. Ну, это чисто сравнение. Знаешь, что паутинка, допустим, у тебя, а вторая вот эта. Ну, это топ будет чисто по стами. Это да. Прожимка там так-то охуенная, там минута КД, это даже лучше, чем у прожимных ульдуаровских триник. Минута КД и 300 уклонений или что там, блядь, это же вообще, ну, очень-очень вкусно. Тут согласен. Так, ладно, я заряд поэкономлю на телефоне, короче, если свет дадут, я залечу в игру тогда.
У меня просто рядом с ДБМ на полом ready check стоит. Я немного промахнулся.